Военный информационный канал ДАДУ-79 представляет. Салам алейкум! После капитуляции Армении прошло почти 9 месяцев, однако власти этой страны до сих пор скрывают точное количество погибших в ходе 44-дневной войны. Как признают армянские СМИ, значительная часть имен тысяч погибших военнослужащих до сих пор не названа. Более того, даже в Минобороны Армении не знают или скрывают окончательного числа своих безвозвратных потерь. Как пишет оппозиционная газета «Голос Армении», на сегодняшний день есть имена всего около 3000 военных, но еще свыше 2000 не названы. Причем в списках довольно много неточностей. Приблизительное представление о количестве погибших можно составить, если сосчитать тысячи новых могил на Яраблуре, а также во многих, порой отдаленных селах. В последний раз поименный список погибших был представлен 16 апреля нынешнего года. В условиях внутренней информационной блокады СМИ пытались определить имена погибших своими силами. Так, Разминфо периодически приводила имена сотен военнослужащих, не попавших в официальный список, а недавно подсчитала, что после 11 ноября было еще как минимум 66 потерь. Даже через 9 месяцев после окончания войны в Карабахе продолжают находить трупы армянских военнослужащих. В дни войны, в соответствии с ограничениями военного положения, власти запрещали СМИ освещать похороны погибших и беседовать с их родными, но при этом щедро раздавались звания и награды. Звания присуждали чуть ли не массово, очень часто в непонятных обстоятельствах, без обоснования. В дни войны национальными героями Армении стали, к примеру, нынешний глава МЧС Андраник Пилоян и бывший первый заместитель начальника генштаба ВС Тиран Хачатрян. Любопытно, за какие заслуги они получили это исключительно высокое звание в войне, в которой мы потерпели поражение, вопрошает Давид Саркисян из «Голоса Армении». Согласно сообщениям в армянском сегменте соцсетей и подсчетам армянских военных экспертов, в ходе 44-дневной войны было уничтожено свыше 8 тысяч военнослужащих ВС Армении. Баджарана Джангурбан. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.